Знаешь, криво записалась из-за интернета. Мы сейчас сделаем хитрее. Мы сейчас встанем в конце пробки. Еще раз стриманем, покажем докуда. Да? Угу. И выложим видео. И прям снимай, снимай. Я снимаю, прям говорю. Круто вообще. Ты глянь, что творится. Так не было так в прошлом году. Я когда выезжала, до сюда не было. Вот до того, до это не Куженка. Комплица. А? Комплица. Да, 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 да. Вот оттуда была пробка. Ты, получается, встала, где гольф-клуб. Угу. А вот сейчас едем. Сейчас посмотрим, докуда. Народ, разворачивайтесь, вы чего? Вам туда не надо. Вам туда не надо. Слушай, вот сейчас выложим видео. Представляешь, вот так вот до конца. Угу. Надо было... Не, ну с самого начала было бы долго. Это было бы очень долгое видео. Это было бы очень долгое видео, да. Но то, что мы сейчас выложим, это будет круто. Знаешь, дорогая, сейчас мы сами встанем. Смотри. Тут тоже пробка. Можно попробовать еще постримить. Ну, если ЛТЕ будет. Ох, там разворачиваются велосипедисты. Нормальные люди на нормальном транспорте, ну, в общем. Ну, хорошо. Я думаю, что стоит.